Всем привет, ребятки, это вторая часть гайда на охоту. Надеюсь, вы взяли новичка 10 или ученика 1, как я вам говорил в том гайде. Для этого нужно просто выполнить снова эти ежедневные квесты. Маленькая поправочка, если вы не можете взять у Крио квест, возьмите ружье в аренду у гильдмастера, который находится чуть выше в Вели, если подняться, у аукциона. Положите его в инвентарь, и квест будет доступен. И квест, единственное, что бывает так, что он не каждый день доступен, а через день. Имейте это в виду. Итак, я вот уже взял вторую охоту ученика. Можно, убивая аллигаторов, вот там, крокодилов, у озера Кая качать охоту. На них также с них падает хороший дроп. Может даже черные камни оружия упасть. Либо всякие камушки, ну или просто очки опыта и мяса. Продолжим. Вы получили в охоте новичка 10, ну или ученика. Дальше вам нужно прийти на ферму Делучик, нашей старой знакомой, лесу Баленоса. Она вам дает квест профессиональный. Для этого нужен, видите, 10 уровень. При выполнении этого квеста вы получите 90% уровня ремесла, если у вас 10 уровень. Ну и начнем убивать пчелок. Для выполнения этого квеста, ребятки, нужно взять ружье в аренду. Крафтовыми ружьями почему-то не получается вот эти итемы выбить. Они только, видимо, для охоты на дичь какую-то. Старайтесь стрелять у основания улья за то, за что он подвешен. То есть вот вы пришли, присели. Целимся чуточку выше. Опа, и все, избили. После того, как собьете все 5 ульев, приходите, сдаете квест. Сейчас мы замеряем. На 10-м новичке бы дали 90%, а на втором сейчас посмотрим. А затем одним быстрым и резким движением сдираешь с него шкуру. Ну, дали 40% на ученике втором. Следующий квест есть у НПС Мерио. Находится он вот здесь, недалеко от крокодилов. Он одноразовый, неповторяемый, но поможет вам поднять охоту на небольшое количество. Также даст немножко влияния. Нужно убить медуз, который находится в этом же озере прям. Да. Медуз нужно убивать тоже с ружьем за аренду. Другим ружьем просто не засчитывается крафтовым. Крафтовым ружьем убивается крупная дичь, которая не с одного удара бьется, а бьется, допустим, как аллигаторы, с нескольких ударов, у которых много хп. Убив трех медуз, возвращаемся к нему. Ружье можно взять у него же в аренду. В принципе, это все. Ну, получаем совсем маленечко охотничьего опыта. Смотрите, дальше нам нужно получить ученика 5. Чтобы это сделать, ну, вы просто делаете ежедневные квесты каждый день. Либо просто сидите на озере и бейте крокодилов. Меняйте каналы, крокодилы здесь по 5, по 6 штук респится примерно, но во всем озере. Видите, очки ремесла. 14. Вы можете, стоя на одном крокодиле, стрелять по-другому. Вот один всплыл, и где-нибудь второй плавает, вы прям с него можете с ружья стрелять, он лежит какое-то время. 19 очков. Достигнув ученика 5, это 15 уровень в охоте, вам нужно опять вернуться к Дафне и взять квест на ружье. Она скажет вам изготовить ружье ученика. Для этого вам нужно пройти в мастерскую, допустим, у меня это в городе Глиши, и изготовить вот это ружье. Отправлять лучше гоблина, будет быстрее. Отправляем рабочего, и квест выполнен. Тут же его сдаем. И получаем немножечко опыта. Достигнув 20 уровня в охоте, это ученик 10, нам нужно прийти в Велию. Вот сюда. Здесь стоит человек Ганс. Он нам дает квест
Охота на китов называется. За выполнение этого квеста на этом уровне вы получите 90% охоты и сможете сразу же стать профессионалом первым практически. По этому квесту нам нужно принести ему китовое мясо. Но для этого не обязательно убивать кита, достаточно убить акулу, с нее также падает китовое мясо. Прежде чем начать этот квест, убедитесь в следующем. У вас должен быть тесак с минимум где-то 15 прочности, потому что с акул бывает падает по одному мясу примерно, и вам придется хотя бы 10 акул минимум, ну, максимум убить. Второе, это мушкет. Он должен быть точеный и полностью отремонтирован. Если же он не точеный, вам просто может не хватить прочки на всех акул. В таком случае, если вы не можете заточиться, нет возможности, нет денег, берите просто два мушкета. В будущем, когда будете точиться, второй мушкет пойдет у вас на ремонт первого. Третье. Это примерно 40 минут, либо час времени реального. Потому что лодка плывет очень медленно. Вы можете долго высматривать акул, плыть. Их может просто не быть, если конкурент их убил. Вам понадобится лодка для этого, потому что вручную, вплавь, акул убивать нельзя. Вам нужно на чем-то стоять, чтобы стрелять с какой-то позиции. Ну, у меня вот рыбацкая, допустим, вы можете на любой катиться, главное, чтобы она вас везла. И уплываем, значит. Так, плавая по океану, допустим, вот здесь, мы издалека видим вот такую точечку, видите? Ее видно издалека. Мы выискиваем и смотрим на радар. По радару вы увидите, то ли это, что вам нужно. Вот, видите, на радаре появилась точка. Северная акула. Ну, я нахожусь, допустим, вот здесь. Вы можете еще где-то поискать их. Значит, встаем недалеко от акулы. Останавливаемся. Берем ружье и погнали. По идее, она должна плавать, но это что-то заглючило, стоит. Как я уже говорил в предыдущих стримах, на урон влияет крит, ребят. То есть крит нужно максить вам, чтобы нанести двойной урон. А на дроп влияет удача. Также ее спарываем. Рез с картой акул я выложу по ссылке ниже, либо картинку вставлю в это видео. Выбив все мясо, придя к Гансу, сдаем квест. И получаем первого профессионала. Теперь вы можете на некоторых каналах уже быть в топе 30. Во-вторых, вы получите достижение, и там вы можете еще очки охоты получить. Допустим, у вас сейчас 8. Получили достижение, стало 27. Весь дроп, который я выбил с крокодилов и с акул, будет в описании. То все, что там есть, 100% с них падает. Я лично сам выбивал. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Для меня это очень важно. С вами был Лазарус. До новых встреч!